Всем доброго дня, что я сегодня приболел, желудок меня схватил. Я уже давно не проверялся, у меня язва. Вроде был ее залечил, было нормально. Сегодня что-то мне прихватило. Сильная изжога. Не сильно хорошо. Сейчас чуть полежу. Попустит. Выпил там таблетку. Вот там напишут. Из жалости специально Лёха снимает видео. Доброжелатели. Так раз. Читал комментарии. Думаю, как раз полежу-то, почитаю комментарии про Барика. Ну, женщина пишет. Она высылала коляску. Я вам в тот раз говорил, и сейчас еще раз говорю. Я когда пришел в клинику, я спросил, или вы, ну, за коляску. Она сказала, что коляска есть. Вот и все. Она мне не показывала. Она сказала, что у Барика коляска есть. Я вначале не знал, что это вы высылали. А когда вы уже написали. А когда я пришел в клинику, этот раз я и Барика взял погулять, чтобы он на улице погулял. Врача не было. Там другой был врач. Я не спрашивал. Женщина, которая там приходит, продавец работает, она говорила мне, что она тоже пару раз, ну не знаю, пару раз она говорила, что тоже брала Барика и гуляла с ним. Так что зря там пишут, что Барика никто не берет. Барика берут по возможности. Я же вам объяснял, там работает продавец, он же не может взять Барика и гулять, а продавать кто будет. Врач занимается своими делами. Так что, чтобы я вам по поводу там пишут, боже, бред, что верните коляску, это. Там ж никто коляску не взял, не перепродал, а бы к себе ее забрал. Я же не знаю, я, честно говоря, я эту коляску в глаза не видел. Она мне сказала, что коляска есть. Вот и все. А там уже такой бред пишут, вам коляска нужна. То я уже не думаю, что такие люди, что выслали коляску, и Барику и не дают, а взяли ее, перепродали или кому-то другому. Это уже такой дурной пишут. Совесть бы имели, честное слово. А если бы она сказала там, что ему там не подошло, это же ничего не сказала. Сказала, что у Барика есть коляска. Вот такие-то дела. Ну и пишут, что Барик просит, чтобы я его забрал. Конечно, мне его жалко, я бы его забрал. Ну, посмотрим, как оно дальше будет с Бариком, я не знаю. Жалко, конечно, песика. А дрожит, я не знаю. Может, он просто на улицу не выходит. Ну, я имею в виду, там не часто, там, может, его выносит. Вот из-за того, что он долгий час сидит в помещении. Привык к теплу, из-за того, может, и дрожал. Сколько я минут 20 с ним погулял. Купил картошку, когда я вчера еще покупал, да, картошку. Да, хотим с мамой попробовать, как она эта картошка. На день рождения, тогда стоит Светлане брать, чи не брать. Бо я каждый раз брал, только сладкое, то еще, не. Ну, то вроде желто, хорошо. Сейчас мама в пляцке. Натрем три карташины, ты пляцки с тобой пожарим, так? Ну. Став я перечищу, там десь попадає чорниці таке. Надо воду поміняти в тюльпанах. І там в відрі теж треба поміняти. Чуть уже полежав. Таблеток напился уже, чуть-чуть попустило.
сколько я там полчаса полежал. Чайлик на улице лает. Надо эти тюльпаны взять ведро, слить воду, поменять. Да, в принципе, они хорошо себя чувствуют на террасе, ведь лучше, чем дома. На террасе намного лучше они себя чувствуют. Да пускай тут и будут. Пошли, Долечка, мы тебя закрою. Пошли, девочка, пошли. Долечка, вылазь. Вылазь оттуда, вылазь. Сейчас будем пляцки жарить. Так, пошли. Пошли, пошли. Артистка мала. Артистка. На, Вирочку затопчет. Что там Тимошка? Балдеет. Тимофей балдеет. Так, ладенько, что иди. Немає таке чорне, що ти. Ну, надо сходить тогда, сейчас сделаем с тобой это, попробуем, как она хорошая, то надо сходить еще килограмма два купить, и ты хай будет, не? Вроде хорошая, не черная. Да, ну туда, вон, через дорогу туда дальше. Там я брал картошку. Забыл включить вытяжку. Это уже такие будут, без фарша, без ничего. Одна картошка, лук, перец, соль и все. Ну, вроде неплохая картошка, такая желтоватая. А такие у нас горячие. Простые, без фарша, сама картошечка, цибулька-то и все. Ну, сейчас попробуешь на вкус, какая картошка, хорошая или нехорошая, я знаю. Вроде так-то чистого все хорошего было. И как бы твой раз взял, и то какая-то была сладкая, непонятно, та картошка. О боже, горит у меня тут, горит. Горим, горим. Да еще нет. Ну и что? А, какой хороший. Что гарно? Добрая картошка. Ну то и все. Надо будет тогда еще купить. Ще надо тоді купити. Многие писали, где Мурчик пропал. Мурчик здесь. Мурчик кушает. Утром пришел уже. Еще 7 часов нет. Он уже второй раз уже с утра пришел. Я тут поубирал. Теперь он на лавочке кушает. Водичка у него есть, корм есть, каша есть. Молодец, пацан, кушает. Того некрасиво, ворота открываешь, а у нас тут так было наложено. Видишь, это ты раз поубирал здесь. Ну, что все будет нормально, то навес надо будет вот тут сделать. Я навес уже сделаю, то Мурчику специально тут такой приварю. И будет для него такой вот, я с самого забора такую доску ему сделаю, и он будет кушать. Но это я планирую, посмотрим. Хочется, конечно, навес сделать. Март месяц, Мурчик гуляет. Мне уже чуть-чуть легче стало, таблеток наглотался, это уже попустило. Уже не так болит. Давно мне уже не болел желудок. Наверное, что съел.
кофе уже не пью, все, перестал кофе пить. С утра вот проснулся, то всегда кофе пил, теперь уже кофе не пью. Надо уже перестать кофе пить. Все, Мурчик уже наелся на забор и все, и пошел гулять. Артист. Наелся, Мурчик? Да молодец. Ох, чуть не упал. На улице ветер такой, прохладно.